Дорогие земляки и гости нашей Солнечной Республики, сегодня, в преддверии замечательной даты, столетия со дня образования Чувашской автономии, я искренне поздравляю вас с этим событием. 100 лет – замечательный юбилей. Время подвести итоги, оценить сделанное и наметить планы на будущее. От имени коллектива Алатырского технологического колледжа желаю вам крепкого здоровья и благополучия, а нашей многонациональной Солнечной Республике развития и процветания.